Put your fucking hands up. Fucking hands up. И снова всем привет, друзья! Вы на каналах или SuperDZ 96 Games или SuperDZ FIFA, и мы продолжаем карьеру за Атлетико Мадрид. А продолжаем мы первым матчем против Шенден Люнь в рамках предсезонного турнира. Напоминаю, группа состоит из 4 команд, где играют Атлетико Мадрид, Интер Шенден Люнь и Манчестер Сити. А составы на сегодня таковы. Облак в воротах у Атлетико, Филиппе Савич, в центре по краям Трипьера Лоди, Саули Коке, 2 опорных полузащитника, Караско и Корея, 2 атакующих и 2 нападающих, Фериш и Суарес. Состав у Шенден Люнь. Ван Дали в воротах у этой команды, Дэй Лин и Лин Джун Шуай. В центре по краям Кадар Ван Тон, капитан команды, Леонардо Филини Мойзес и Джим Джин Дао и Гуэдеш в полузащите играют и в нападающий Пелле. Ну что же, в чужую пользу завершится игра между Атлетико Мадрид и Шенден Люнь. Давайте посмотрим. Судя по первым минутам, Атлетико настроен только на победу против Шенден Люнь. Леонардо отдает Филлини. Снова на Леонардо отдает Филлини. Передачу. Тут же Трипьер пытается включиться в борьбу с Леонардо. Леонардо сам пробил. И облак в порядке. Корея на Сауля. Дальше Геник Феррера Караско. И посмотрим, что из этого извлечет Геник Феррера Караско. Уверенный пас, но все-таки Суарес коснулся головы мяча. Но в итоге удар от ворот назначают арбитры. А арбитром сегодняшней встречи является Геншин Бай. Первые 15 минут матча позади. 0-0 на табло. Мойзес пытается пробить в сторону ворот Яна Облака. Но Облак сейвит, и он в порядке. Сауль передает Суаресу. Дальше Жоао Фелишу отдает передачу в разрез. Фелиш с мячом. Передает Суаресу. Поспешил явно Суарес с ударом. А вот Леонардо сейчас отдал Пелле. Ну что же. Что придумает Пелле? Здесь все-таки Филиппе лучше. Коке. Суарес дальше. И Никфера Караско видит. Караско, что нужно подавать на Суареса. Дальше на Коке. Удар. Гол! 1-0, и Коке выводит вперед Атлетико Мадрид. А Шенден явно раскисает, как поникший кисель. Своеобразно такой кастрюлю, вот из чего возник момент. Караску навешивает. Коке головой пробил в незащищенный центр ворот. И вот со второй точки прекрасно видно, как Коке пробил. И очень даже великолепно. 25 минут игры позади. И пока что Шенден Люнь пытается бороться с волнением. Кадар против Корея. Передача на Джин Джин Дао. Нет, не получается. Караско. Вперед на Луиса Суареса. Там правильным курсом двигаются Караско, Фелиш и, судя по всему, Коки. Нет, вот эти Суарес решил сам пробить и забивает второй мяч для мадридского Атлетико. Но для Суареса это, между прочим, первый мяч в предсезонном турнире. Как и у Коке. Неизвестно, чем ответит Шенден Люнь на такие действия со стороны мадридского Атлетико. Но тут без шансов для вратаря, поскольку вратарь увлекся несколько в свой угол, но нужно было сейвить чуть правее. И тогда был бы сейв. Но вот Суарес исполнил здорово. Ну что ж, тем временем ответ китайского клуба из китайской суперлиги. Шенден Люнь отдает неуверенно Гуэдеш на Пелле. Филиппе с мячом, Савич. Передача на Трипьера неточная. Леонардо тут же подбирает этот мяч. Филлини. Филлини убегает сам, но отдает Пелле. Удар и гол. 2-1. Шенден Люнь поборолся с волнением и забивает пока что гол престижа в первом тайме. Подбирается к рекламному счету Пелли и радуется немножко не к месту на трибуны мадридского Атлетико, хотя гостевая трибуна явно просматривалась. Вот такой удар Пелли.
Давайте посмотрим еще с одной точки вот этот удар. Но здесь без шансов для Наоблака. Здесь никаких шансов для вратаря. И вот тот самый Дэнджел Пол, которого мы не раз упоминаем. Пытается поддержать свою команду как может. А вот Грациано Пелле. Первый гол как у Котти, как у Суареса. До перерыва остается 10 минут. И самое время показать вам, как атаковал, практически атаковал Шенден Люнь. Но в итоге не успел атаковать Шенден Люнь. В итоге Лоди его отобрал. И вот Котти пытался получить прострел низом, чтобы пробить поворотом. Но Вань Дали решил не откладывать дело в долгий ящик и сейвить этот удар. Леонардо на Пелле. Снова Леонардо. Передача на Мойзеса. Пелле с мячом. Должна быть хорошая передача на Гуэдеша, но нет. В итоге пожалел Пелле, что хотел поддать пас на Гуэдеша. Лин Джин Шуай. И удерживает мяч Фелиш. Словно как никого не видя. И Суарес бьет, и 3-1. 3-1, и казалось бы, игра сделана для Атлетико Мадрид. Но Суарес берет второй мяч в розыгрыше предсезонного турнира. Давайте смотреть повтор, как это все было на мгновение у зрителей. Вот еще раз, Жоао Фелиш удержал мяч, дал точный наезд на Луиза Суареса и пробил в дальний угол вратарской. Практически в дальний угол вратарской. Если бы было в ближний угол вратарской, тогда было бы меньше вопросов. А так 3-1. Луис Суарес выводит команду вперед. Примерно на 2 мяча. У него 2 мяча в предсезонном турнире. И, соответственно, он делит первую строчку кое с кем. Но мы, правда, пока не знаем, но таблицу вы увидите, я думаю, чуть позже. Геншин Бай добавил 2 минуты к основному времени первого тайма. Жоао Фелиш бежит вперед. Укрывает мяч от Лин Джин Шуай. Вантон пытается противопоставить, но Ангель Курай не доберется до мяча. Там замыкали дальнюю штангу футболисты Шендер Нерюнь. И игроки уходят на перерыв при счете 3-1. С таким счетом пока лидирует Атлетико Мадрид. И на ваших экранах сейчас статистика по Луису Суаресу. 3 удара в створ, 3 удара всего и 2 гола забиты Луисом Суаресом. Прямо сейчас вы видите параллельные матчи. Манчестер Сити Интер 1-1, ПСЖ Бавария 0-0. Кавасаки Фронтали Гуанчжоу 2-1. Пока что Кавасаки Фронтали держит свой пол в своей группе, равно как и ПСЖ и Бавария. А вот Манчестер Сити Интер играет в ничью 1-1. Мы продолжаем игру. И самое время посмотреть, кто же начнет второй тайм. Второй тайм начнет Шенден Люнь, значит, первый начинал Атлетико Мадрид. 10 минут игры позади. У меня такое ощущение, что готовится замену Шенден Люнь. 21 номер Лю Бин Бин выходит на поле вместо 33 номера Джин Джин Дао. Замену, судя по всему, по позиции, если я не ошибаюсь. Но все-таки надо удерживать пыл Шенден Люни, тогда все будет хорошо у этой китайской команды. Лоди на Караско. Передача на Жоао Фелиша, который тут же ее замыкает Лю Бин Бин. Но не успел отобрать мяч. Фелиш убегает как от стоящего от Антонио, от капитана команды. Тут же бросается в атаку, пытается пробить. Но куда тут бить? Там же вратарь был, закрыл угол ворот, именно левый угол ворот. Вот куда бить Жоао Фелиша? Никуда. Только на угловой переводить вратарю. Ну что же, первый угловой в сегодняшнем матче. И будет подавать его Кейран Трипьер. У него рабочая нога правая, поэтому он будет подавать так на партнера по команде Савича. Но, к сожалению, этот угловой не увенчался успехом. Смотрим дальше. Котти и Пелле. Тут же с мячом. Решил отобрать Котти мяч, но в итоге не получается. Мойзес. На Пелле. Дальше Филаини. Пелле. Пелле с мячом. Филаини снова с мячом. Он получил мяч. Филаини пытается пробить, но в итоге настигает его Савич, судя по всему. Попытка пробить, и в итоге она неудачная. Облак берет мяч в руки и должен передать кое-кому. Да, Луис Суаресу передает мяч. И побежала атака Атлетико Мадрид. И по всему планирует прострел низом замкнуть капитан команды, или не капитан, вице-капитан, точнее сказать, Шенден Люнь. Ван Далей, 3 сейва, 31 год этому вратарю.
Посмотрите, как он отцепил удар Жоу Фелиша. И второй главой в нашем матче подавать будет Кейран Трипьер. Англичанин, который был в Тоттенхэме на какое-то мгновение. И, пожалуйста, он будет все время будет подавать угловые в Атлетико. Леонардо. Пелле. Дальше Филлини. Филлини с мячом. Леонардо. Мойзес. В центре посвободнее. Нет, Трипьер все-таки отобрал передачу, но в итоге Леонардо решил взяться за своего соперника. Но он нарушение правил дает Ганшенбай. И мы сейчас увидим штрафную в исполнении Шенлюни. Замену готовит тренер этого клуба. Хао Джунмин вместо Мойзеса. 22 вместо 10. Это замена, судя по всему, по позиции. Или не по позиции, хотя как вам судить эту тактическую схему, я не знаю. Но все-таки будет легко и просто посмотреть на этих парней из Китая. Он вот передает Караско. Хорошая передача на Суареса. Тот не успел одним движением обвести своего соперника. Тоже Караско включается в борьбу. И вот нарушение правил. Первое нарушение правил и штрафной. Дает Ганшенбай в пользу Атлетико Мадрид. Сауль с мячом. Сауль Нигвес. Коте. Удар Коте. И угловой. Третий угловой подряд зарабатывает Атлетико Мадрид. Чем интересно тут угловой закончится? Коти пока что пробил, а вот Андрей Курай уходит, вместо него Томас Партей. Томас Партей уходит на поле. Соответственно, вы увидите сейчас подтверждение на своих экранах, кто под каким номером вышел. Пятое место десятого. Ну что ж, угловой подает Кейран Трипьер. Удар Суареса. Гол! 4-1. Это преимущество отыграть никак нельзя китайской команде, ибо Луис Суарес громит эту оборону приблизительно по центру. И вот точный удар головой после третьего подряд стандартного положения. И вот что все из этого получилось. Луис Суарес, третий гол. Отправляет его на верхнюю строчку таблицы бомбардиров розыгрыша предсезонного турнира. И, судя по всему, это все и закончится на этом. Осталось 10 минут до окончания второго тайма, и, по-видимому, Шенден Лю не собирается сдаваться. Пас на Пеле не получился, Сауль передает Томасу Партею. Луис Суарес мячом, явно подустал Луис Суарес. Далее Хао Джунмин, Любин Бин отдает Гедешу. Гуэдеш. Удар Катара и неудачно выдался удар. И, соответственно, удар от ворот в исполнении Атлетико Мадрид. Хосе Хименес отправляется на поле вместо Савича, 15 номера. На второе место 15-го. А вот у Шенденлюни готовилась замена, и вот она состоялась. Давайте, кстати, узнаем по подтверждению на наших экранах. Готианю вместо Гедеша. Судя по всему, это замена по позиции атакующего полузащитника, центрального атакующего полузащитника. Готианю на Пелле. Хорошая передача на Любинбина, но тут офсайд. Офсайд, причем метровый практически. И свободный удар назначает Ганшенбай. В сторону Томаса Партея летит мяч. Готианю. Хао Джунмин. Тянет мячом. Последует хороший удар. И тут же в штангу и в ворота. 4-2. Но повторяю, это пока что не отыгранный момент у Атлетико. Маркос Лоренте выходит на поле вместо, судя по всему, Коти. Маркос Лоренте вместо Коти. И посмотрим, как это все произойдет. Пока вы видите повтор гола, который исполнил седьмой номер у китайской команды. А вот Дэнджел Полк в ярости, он негодует на этот гол, но все-таки команда его лидирует. И это делает Джио Тианю. Джио Тианю, первый гол в розыгрыше кубка, в розыгрыше предсезонного турнира, извините.
Коти вместо Маркоса Лоренто. Маркоса Льоренто, который может усилить игру в обороне или в полузащите, например. А вот сейчас Кэн Шинбай добавит, думаю, минуту треть. 3-4 минуты, я так думаю. Суарес. Отбор мяча за Шенден Люнь. 4 минуты добавлено. Мы правильно предположили. Филайни отдает. Кому? Вот кому отдаст Филайни? Только Пелле, который оттянулся назад. Дальше Джиотяни ждет передачи. Но только Пелле отдал. Получил пас Джиотяни. Хорошая передача. И вновь сейв облака. Еще одна попытка будет у Шенден Люнь. И нет, это все на этом. Соль даже не докоснется мячей. Победа за Атлетико Мадрид. И героем встречи становится Луис Суарес. 4 попытки и 3 забитых мяча. 9 номер у мадридского Атлетико заявил о себе в первом же матче предсезонного турнира. А что будет в чемпионате Испании в Лиге Чемпионов, мы этого не знаем. Все решат предстоящие эпизоды нашей карьеры на каналах The Super DZ на DSS Games или Super DZ FIFA. Давайте посмотрим оценки за сегодняшнюю игру. Луис Суарес получил 10 баллов за хитрик. Ник Феррейра Караско 8 баллов, ровно 7,3 у Ежова Фелиша. У Коти 7,7, у Савича 7,2. Все остальные по 5, по 6. Вот даже вот Кейрен Темпер 7,2 получил наравне с Савичем. А теперь оценки гостевой команды у Шенден Люнь. Как мы видим, Вандалии 6-1, 7-1 у Кадара, 7-6 у Леонардо Муруана Филани, 7-5 у Джоа Тианю, у Пели 8-1. Только все остальные получили оценки 6 и меньше баллов. Так что я думаю, что стоит надеяться Шенден Люнь на то, что в следующие разы у них все получится. Ну а теперь статистика по сегодняшней встрече. 4-2 по голам, 8-9 по ударам, 6-6 по ударам в створ. Равное количество ударов в створ. Владение мячом явно не лучше у Атлетико. 4-9 по отборам мяча, 1-1 по нарушениям. Не было показано ни одной желтой, ни одной красной карточки, ни одной травмы. Один офсайд был у Шенден Люнь. И 3 угловых, один из которых получился удачным у Атлетико Мадрид. И мы возвращаемся в меню карьеры за Атлетико Мадрид. А тем временем изменился счет в матче ПСЖ Бавария. ПСЖ выиграла 1-0, Кавасаки Фронтали увеличила преимущество 3-1 против Гуанчжоу. И, соответственно, ситуация в таблице явно устрашающая для Баварии и для Гуанчжоу. А сейчас вы видите таблицу команд в двух подгруппах. В первой подгруппе Атлетико Мадрид набирает 3 очка. И им предстоит встреча с Манчестер Сити, Интер и Манчестер Сити по одному зачетному очку. Шенден Люнь 0 очков. Во второй подгруппе мы видим, что Кавасаки Фронтали лидирует. ПСЖ тоже лидирует, но у них наоборот 3 очка. Баварии и Гуанчжоу пока 0 очков. Ну что же. Следующим нашим матчем будет матч против Манчестер Сити. И тем временем Герта Берлин намерена приобрести Коти за 64 800. Но, к сожалению, мы отклоняем это предложение, поскольку Коти наш игрок. Ключевой, как и Шимвар Салько, как и все предыдущие игроки. А вот мы на трансфер выставили Диего Косту. Ну что ж, друзья. С вами были каналы или Super DZ на DNSX Games или Super DZ FIFA. Если вы еще не подписаны на оба канала, поставьте лайк. Нажимайте на колокольчик и не забудьте сделать кнопку подписаться серой и не пропустить все последующие видео о карьере за Атлетико Мадрид. Ну что ж, до новых встреч. Пока!